коробка с лекарствами, перебирая, вот уже столько просрочка, буквально на неделю-другую уже просрочилась. Все, детям я уже такое не дам. И вот перебираю, сижу лекарства. 0,720, это еще хороший. И вот сижу вот так перебираю, хочу переорганизовать лекарства все. Так, 0,221. Что-то... Это клав. Вот переделываю все лекарства, переберу. И потом посмотрим, что у меня я повыкидываю, что надо закупить из лекарств, потому что быстро что-то все лекарства приходят в негодность. Срок годности у нынешних лекарств быстро заканчивается, можно так сказать. Таблетки перебираю. Вот пустая, вот что лежит, да, пустая. Надо выкинуть. Оксана, не трогай, пожалуйста. Иди играй, хорошо? Так. Оксанка, иди поиграй. Так, амоксициллин годен до 05.18. Или это я что-то неправильно считаю? Ну да. До 02.18 тоже выкидывается. И вот так вот выкидываешь большую часть лекарств. Так. Ладно, сейчас переберу и покажу, как я организовала все лекарства. Все, ребят, перебрала лекарства. У меня теперь поместилось все в одну коробку. Все лекарства, все, что было. А раньше они у меня были в двух. Еще вот такой был коробок. Пол пакета уже, которые все просрочились где-то месяц, где-то полтора, вот так вот. Я не держу такие лекарства, выкидываю сразу. Боюсь, не дай бог, дети травануться. Так, тут у меня еще от ингалятора масочки. И провод от ингалятора. Ваня там веселится. Ему весело, хорошо. Все, теперь будет это храниться в другом месте. Все, ящик у меня освободился от всяких штучек. Еще есть градусник вот такой вот для аквариума. Надо кому-нибудь отдать, может, кому-нибудь надо, да, Света? И бандаж на спину. Вот такой вот. Я его брала, когда после родов не могла вообще ходить. Я его немного носила, потому что я встать даже вообще не могла. Он мне большой. Брала его что-то в пределах 800 рублей. И вот пыталась продать, у меня ничего не получается. Он послеоперационный, видите? Бандаж послеоперационный. Может, кому-то надо, надо выложить, попробовать опять продать, потому что он новый, совершенно в упаковочке лежит, ничего не делается ему. А, предложить кому-то. Вот в целом лекарство. Ты что сегодня кричишь, ходишь весь день? Бумби. Ладно, лекарство разобрала, буду дальше заниматься делами. Если вам понравился сегодняшний влог, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Суп я уже сварила. Ванечка, ты будешь супе кушать? Не хочешь? Ну ладно, иди играй. Ладно, всем пока-пока. Всем здравствуйте, Света, здрасте. Скажешь? У нас утро, и нам позвонила транспортная компания, привезли заказ. И тут все канцелярия. Сейчас домой придем. Будем сейчас смотреть. Пока я еще дома, а то я сегодня с Соликамска уезжаю. Ладно, идем домой. Так, ребята, мы сейчас будем открывать и все по списку проверять. Давай я открою тут. Просила Свету, принеси ножик. Света принесла маленькие ножницы, которые по вышивке. У меня еще час есть для того, чтобы проверить все. Надо будет ехать.
Так. Ручку надо было. Ладно, вот нашла. Ага, нашла ручку. Нашла ручку. И сейчас будем с тобой по списку проверять. Это что у нас? Подожди, вот это вот. Тетрадь школьная. 24 листа. Тетрадь школьная. 12 листов, 12 листов, 12 листов. Двадцать четыре листа, 10 штук, 5 упаковок должно быть. Раз, два, три, 4, 5. Дальше. Давай вот это вот, гуашь. Гуашь, 6. 225, 307, там какой-то код должен быть, смотреть. Вот. 225, 307. Линейку свет найди, пожалуйста, потому что мне вот так вот... Три штуки, все правильно. Дальше давай. Это что? Циркуль. Так, циркуль, циркуль, циркуль. Одна штука. А код какой? 382, не, да, 382 циркуля. Есть одна штука. Это что такое? Это грифели. А код какой там? Где код на нем? 382. Тут по коду, по идее, можно смотреть. 300 циркуль тоже нашла. Грифели я не вижу. Пластик, ручка, 300. Тетрадь, кисть, маркер. Грифель, 382, 392. Одна штука есть. А, это что, тетради? Тетрадь общая, 48 листов. Вот такая вот. Тут что, 4 штуки? Давай на пока вторую коробку открывай. Альбомы и альбомы тут еще было 3 штуки. Сейчас мы все это перепроверим. Давай пока откроем, покажем все по-быстренькому. Стой. А потом я спокойно без камеры уже проверю, потому что мне так неудобно и время теряется. Да, ребята, и вам так быстрее будет. Потом без камеры это я уже проверила. Все проверим. Дальше, смотрите, здесь у нас тетради в клеточку. Давай. Еще тетради в клеточку. Еще тетради в клеточку. И еще тетради в клеточку. Так, подожди, тут еще есть упаковки. Так, тоже все в клетку упаковками. В клетку, в клетку. Так, это что у нас? С такими буковками. Косая линия для начальной школы. Еще, наверное, тут тоже косая линия для начальной школы. Так, стой. Линейки. Пакет пока на ножницы. Палитра для рисования. Дальше. Ой. Тетрадка тоненькая. Две общие тетради. Это что такое? Альбом для рисования. Такой маленький, такой крошка. Смотрите, какой, ребят, альбомчик для рисования. Маленьким как раз, да, будет хорошо. Дневник с 1 по 4 класс. Дневник это, наверное, для старших классов. Потом дневник с 1 по 4 класс. Дальше, дальше, дальше. Тетрадки. Ну, тут вот такие вот разные. Дальше. Достаем дальше. Дневник. А это что? Это тетрадка в клетку.
с 1 по 4 опять дневник. Дальше тут, ребята, в линию тетрадки, в линейку. Дальше альбомы для рисования. Вот такой вот красивый альбомчик. Еще один такой же. Ой, какой с леопардом. Два альбома. Смотрите, какая красота. Дальше потом вот такой вот альбомчик. Ой, с совушками альбом. Какой красивый. Это Егорке понравится. Егорка нас любит такой. Подожди, тут еще много всего, ребята, если честно. Ого. Это альбом для рисования. Такая упаковка. Тут 3-5 штук. Вот такие вот альбомы на металлических пружиночках. Дальше потом такой альбом красивый. Еще такие альбомы. Так, тут вот с роботами целая куча альбомов. Ой. И вот такой вот альбом. Дальше это что? Это что? А, это розовый маркер. Мне надо открыть, чтобы я по одному показывала. Желтый текстовый водитель это. Зеленый. Такие нежные, да, цвета. Так, синий. Голубенький. Дальше. А, это простые карандаши. Целая упаковка простых карандашей, ребята. Так, это цветные карандаши. По 6 штук в упаковке. Тут их 5 упаковочек. Дальше. Ручки. Ручек никогда мало не бывает. Еще карандаши. Это, наверное, разные. Они структуры, наверное, да? Еще ручки. Это что? Это циркуль с карандашиком, с таким красивым. Дальше потом 4-цветные ручки. Это что? А, это кисточка. Такая и такие кисточки. Это тоже циркуль, да? Давай сейчас я покажу его. Вот такой вот циркуль. А это что? А, это фломастеры, ребята. Тут 2 упаковки. В каждой упаковке по 5 штук. В общей сложности 10 упаковок фломастеров. Так, это цветные ручки. 2 упаковки. Акварель. Вот столько в школу. Дальше акварельные краски. Линеечки. Как они называются? Корректоры, ручки-корректоры, карандаши-корректоры. Можно зачеркивать то, что написал. Ну, это от ручки-то не надо. Давай. Точилки, но некоторые, смотрю, сломались. Да? Тут, ребята, сейчас покажу вот так вот. Целая куча вот таких вот точилок, но... И ластик один попался еще. Еще что-то там? Да. А, так там целая куча ластиков. Сейчас приблизительно разные покажу, какие тут есть. Вот такие вот 3 вида ластиков. Вот такая вот у нас посылочка пришла. Если вам понравилось, не забывайте написать ваши комментарии. Мы очень будем ждать. И очень благодарны вам.